сюда смотри. Фамилия, имя, отчество? Борниченко Максим Геннадьевич. Откуда? Из города Харьков. Сюда когда приехал? Здесь я вторую неделю вот это пошла. А сюда привезли в посадку. Сколько человек? Мы пришли в девятером, там еще было человек 6. 9, 15, сейчас сколько там? Ну, из наших, из 9, трое, получается, уже ушли. Вот. А потом привели еще 9. В данный момент сколько? Ну, больше 20 человек, 24 где-то. Вооружение? Автоматы. Пулеметы есть? Пулемет один есть. Ну, я не пулеметчик, потому что не знаю. Несколько противотанковых было. Гранатометы были? Ну, противотанковые там. Какие-то муха там, еще что-то. Сейчас. Слышишь? Фамилия, имя, отчество? Пилипенко. Имя? Виктор. Отчество? Владимирович. Откуда? Ну, город Корюковка. Сюда когда приехал? 25 дней назад. Сколько вас приехало? 5 человек. Еще спросит. 5 человек приехало? Не, ну тут около 20. А здесь сколько? Со мной было 10. Сколько? В общей численности сейчас какая? Сейчас не знаю. Уходили сюда за вами? Мы раскиданы. С тобой 10. Говори внятно. Ну, в окопах, говорю, сидим в одном месте. Я даже не всех видел. В общей сложности приблизительно сколько лет? Ну, около 20 человек. Все, голову вниз.